кафедрального собора отец Дионисий, он окончил Минскую духовную академию. А у нас по уставу в нашей церкви выпускники духовной академии награждаются очередными иерархическими наградами. Но поскольку он пока еще не написал кандидатскую работу, крестик ему еще пока никто добавит вручать. А камелатку ему уже положено вручать. И сейчас, в этот праздничный день, мне хочется поблагодарить отца Дионисия за его труды. И хочется пожелать, чтобы он написал кандидатскую работу и защитил ее. Но за его труды, в учебе в академии, за его труды по уставу ему полагается камелорочка. Достоин! Достоин, достоин, достоин! Я вот всегда так и хотел.